Да! Тут 300 у Квина, 3! Gold School и Punisher! Это все мое! 57к! Тут есть Harmony! Эльер Голд! Они все это время были на рынку! Harmony! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу топ-3 моих аккаунтов, на которых я не был очень много времени. У вас просто отлетит челюха, потому что, например, на этом аккаунте я не был 5 лет. Я на него вот время от времени захожу, только чтобы снимать видосики, но в целом я на нем не играл лет 5. Ну, самое-самое интересное, то что сегодня я нашел новые аккаунты, от которых вы просто обалдеете, что же я нашел там. Ну что же, ребятки, давайте смотреть, что же это у нас за аккаунт. Ну и как мы видим, я же не играю в 5-м сезоне, 0! В 4-м сезоне, ну, 2 катки сыграл. Ты считаешь, играю или не играю? В 3-м сезоне элита, во 2-м сезоне легенда? Обалдеть! Оказывается, я раньше играл гораздо лучше, чем сейчас. И самое интересное, общее время в игре 1500 часов. Кстати, это, обратите внимание, клан Маслята. Те самые Маслята! Прожмите лайк, если вы уважаете Маслят. Ну или меня, или хоть кого-то уважаете. Прожмите лайк и подпишитесь. Ну что же, смотрим дальше. Клан Маслята, тут все понятно, не Кента ПК. Давайте посмотрим, что же мне пишет личное сообщение. И как я вижу, мне пишет время от времени. Nice. И Марк Сапуров, это мой модератор, тоже мне что-то там пишет. Тоже с клана Маслята, на секундочку. А прямо сейчас вы все сюда пришли, чтобы посмотреть, какой же тут инвентарь. Если честно, я сам не помню, какой он. Единственное, что я помню, что он был реально крутым. Сталис приглашает, Сталис, мужик, ты чё? Ну что же, переходим на еще 3 в инвентарь. 1, 2, 3. Погнали! И... Сноуквин! 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 Что это? Я прямо сейчас хочу зайти просто на рынок, посмотреть, сколько стоит эта колечка Сноуквин. 150к! Это первая цена на рынке. Вторая уже 800к. 800к! Прикиньте, это инвентарь дороже 1 миллиона! Что? Тут 2 Сноуквина! Тут 2 наклеечки Сноуквин! Вы че водите? Вы че, серьезно? Не, ребят, это рофл какой-то, это прям жесткий рофл. М16 Винджет, иди сюда, дорогулечки, ты моя. А Кертуерс, он же дракон, стоит 8200! Ничего себе, сказал я себе. М4 Некромансер, Дробаш Некромансер. Это все Фуриас. Ну, видите, все с старых коллекций. То есть, тут нету свежих скинов, все со старых. Чтобы не писали, как обычно, Кен, кликбейт. Ну, а тут Дамаскус есть, единственное. Единственный скин с Ревенж коллекции. Ну, это я, может, просто зашел к табло, вышел, там чуть поиграл минуту и вышел. Все. Фанг Серпит. Ну, это тоже почти... Я минуту зашел и вышел. М9 Bennett Universe. 16к! Чего? Чего? Ничего себе, вот это аккаунт. Вот это, конечно, я вовремя зашел на аккаунт. Давайте смотреть, что же еще есть прикольненькое. USP Stone Cold. Конечно же, это старая New Year 2020 коллекция. Кстати, да, ребятки, всех с наступающим Новым Годом! Ничего себе, сказал я себе. Так, листаем дальше. Дробаш Артик. Тоже крутая наклеечка. Мне нравится, реально кайфую. Так, листаем дальше, 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 дальше. И что же я тут вижу? Я тут вижу большую гору рарок, но нас интересуют наклеечки. Наклейки есть? Мало ли вдруг есть какие-то другие наклейки. Так, пошли Камонкин, Камонкин. Тут, ребят, такое скукотище. Пожалуйста, пожалуйста, лишь бы были дорогие наклейки, лишь бы были дорогие наклейки, лишь бы были гол... Прикиньте, Gold School. Ну, а мало ли... Что? Тут 300 у Квина! 3! 3! 3! Я просто в шиках! 300 у Квина! Каждый из которых стоит по 150к. Я могу прямо сейчас их в моменте продать, просто 500к ставлю. Раз, два, три. Ничего себе, сказал я себе. Вот так просто в моменте ставлю. И у меня уже вторая цена на рынке, прикиньте. То есть я еще поставил довольно-таки дешево. Ничего себе, сказал я себе. 300 у Квина и 2 из них приклеенных на мои скины. Я не верю своим глазам, еще стикер Neon Color. Но это вообще пыль, 25к, это пыль. По 150 кусков, то есть этот аккаунт стоит дороже 1 миллиона голды. Я богат, я реально богат. Еще очень много стикеров с зоны 9, которые стоят по 400 голдишки. Я не верю своим глазам. Мама, ущипни меня. Как же это круто, ребята. Это мой самый старый аккаунт. Я реально, я на нем играю очень редко. Да, тут есть некоторые скины с новых коллекций. Типа какой-то с коллекции Sunstrike. Но я просто время от времени захожу проверить, никто ли меня там не взломал на этом аккаунте. И все, я на нем вообще не играю. Ничего.
Ничего себе! Ну что же, ребятки, давайте-ка мы прямо сейчас перейдем на аккаунт номер 2. Этот аккаунт меня очень сильно порадовал. Посмотрим, порадует ли меня также аккаунт номер 2. Братик, смотришь на рынок и тебе не хватает голдишки, да? Думаешь, где же взять эту голдишечку? Ответ крайне прост. Хочешь тупой дропщик? Залетай на булдропщик! Братик, что ты понимал, на булдропщике добавили новую коллекцию кастиков, там еще падает такой дроп, просто челюха слетает. И плюс, самое интересное, добавили контракты. Да-да, новые контракты! Это тоже очень-таки круто. Ну и самое главное, я тебе дарю подарочек. Сергей, моей башкой, вводи секретное слово и забирай свой приз. Ну а мы идем дальше. Ну что же, ребятки, а вот я зашел на еще один мой аккаунт, и поверьте мне, он нереально дорогой. Чтобы понимали, в 5-м сезоне я на нем не играл, в 4-м сезоне я на нем тоже не играл, и я в нем начал играть только сейчас, и я уже даже успел поднять рейнджера. Ну что же, пацаны, я знаю, что вы все хотите увидеть только одно, это инвентарь, я вам его покажу чуть-чуть попозже. Давайте вначале посмотрим заявочки в друзья. Как мы видим, у меня 54 друга, это что? А это хэштег непоганенько. Окей, что же мне пишет в личное сообщение, и когда мне писали сюда в последний раз? Давайте считать. И мне писали последний раз 19 октября. Притом, посмотрите, насколько часто мне писали раньше сообщения. Походу, какой-то стрим был или еще что-то. И что пишет? Что пишет? Читаем, пацаны. Дай галды. Ха-ха-ха-ха! Дай галды. Так, ну ладно, ребятки, погнали переходить в инвентарь. 3, 2, 1, погнали! И что я вижу? Сколько перчаток! А, это, кажись, я снимал видос и купил БП, полный БП. И оттуда сколько перчаток. Ничего себе, сколько всего. Вот это инвентарь! Что, Дестрил и Кудзи? 4 наклеечки, Дрэгон! Ничего себе, сказал я себе. G2 за Фрозен! Это все мое! 57К! Я не верю моим глазам, 57К! Стоп, пацаны, если я не ошибаюсь, мне не хватает еще... кое-чего. Хармони! Я и забыл про них! Они все это время были на рынку! Хармони! Я просто в шоках. Это только начало обзора этого аккаунта. Что будет дальше? Что будет дальше? Да, надо мне побольше аккаунтов создавать. Просто давайте считать, сколько стоит аккаунт. Все эти перчатки, это примерно 30К. А дальше все эти ножи, это примерно еще, ну, 1020. Не, даже 25К. Считаем, это уже сколько? 30 плюс 25, 55К. А вот тут-то уже начались такие скины, что я уже просто не могу посчитать. М40 Монстр, статрек, который один стоит только... Сколько? 300К? Вы что, гоните? 300К М40 Monster статрек! Это нечто нереальное! G2 за Frozen! 4 наклеечки Dragon! Еще и статрек 57К! То есть тут я уже вижу скинов 1000, наверное, на 400, а то и 500. Вот только на этом моменте. АВМ Винтерспорт. Мой любимый АВМ после Авика ТХ. Я его обожаю. Честно, мне даже АВМ Спорт и Винтерспорт нравится больше, чем АВМ Спорт В2. Обалденный скин! М16 Винджет с 4 самураями. Ну вы все прекрасно понимаете, я обожаю самурай, моя любимая наклейка. Поэтому, естественно, она тут есть. Даже есть М41 Impural, на которой тоже 4 самурая. Она стоит 6К. Обалдеть, у меня инвентарь. М4 Некромансер с 4 дрэгонами. Ничего себе. Ничего себе. Сказал я себе. P350 Radiation, сколько он стоит? Это вообще адекватно? Какие еще 33К? Вы чем в сосну въехали? Это просто, это какая-то золотая жила. Плюс, помимо всего этого, у меня еще 22 тысячи голдишки есть на балансе. То есть, этот аккаунт... Что? Что? Откуда у меня это? Gold School и Punisher! Это минимум 290К. Я думаю, это даже 300К. 300К стоит вот это вот АКР Fabric Storm. Ничего себе, вот этот аккаунт-то! У меня просто слетела челюха. Обалдеть! USP Genesis! Я отвечаю, этот аккаунт стоит нереально дорого, он стоит по-любому больше миллиона. По-любому. Прям 1000000%. Прям 1000 очков мамонта ставлю. Ничего себе. Дальше у нас пошли рарочки. Но рарочки-то необычные, потому что я нажимаю на анкомоночки, тут 4 аркана и 5. Не, ну ребята, прекращайте. Это вообще законно такие дорогие скины. Обалдеть, не встать. Вот это у меня инвентарь, это все мое. Это все мое, я забыл про это. Ничего себе. Ну как забыл, я помнил, что у меня есть, но я никогда не считал, сколько стоит
вот все это голды. Ничего себе, сколько стоит арканы? По 500 голдишки. Ой-ой-ой. По 960 голдишки. Дальше у нас есть куча разных легендарок. Ничего себе. Но это все, ребятки, как я понимаю, спасся. Но это очень-таки даже неплохо. Обалдеть, не встать. Просто представьте, если все это продать, мне тут хватит не то, что на 2 дигла урейд, мне хватит штук на 10, наверное. А может даже на 15, а мы вообще все дигла урейд. Я буду вторым терсом. И посмотрите, как же много граффити. Вот граффити почти это имба, поэтому я вам всем советую. Если вы хотите окупаться, так же самое, как НТПК, чтобы у вас были такие же самые дорогие инвентари, покупайте всегда граффити. Знаете почему? Потому что вот это вот имени граффити Thumbs Down, я его забустил. Я его забустил! Он стоит 55 голды. А теперь посчитайте, сколько штук у меня этого граффити. Кто посчитает, я лично ему дам... давайте так, дам 2000 голдишки. Посчитайте, сколько у меня этих граффити. Это вообще нереально. И просто потом посчитайте, сколько их, и умножьте на 55. Просто смотри, вот я так медленно стараюсь. Вот мне даже, вот поняли, даже мышкой как-то слишком долго листать. Ничего себе. И каждый из этих граффити стоит 55 голдишки. То есть это означает то, что эти граффити в ближайшем будущем будут стоить примерно по голдишке 500. И я тогда их всех возьму и продам. И разбогатею. Вот это, конечно, аккаунт. Так, окей, ребятки, листаем дальше. Что у меня тут есть? Есть очень-очень-очень-очень-очень много граффити. Ну что же у меня есть помимо граффити? Листаем в самый-самый низ. Помимо граффити есть еще одни граффити. И тут уже в самом низу у меня идут граффити-арканы. Обалдеть. Ну что же, давайте так. Я прямо сейчас подсчитаю, сколько голдишки стоит этот аккаунт. И прямо сейчас скажу вам общую стоимость. Монтажер, добавляй барабанный дроп. И цена этого нереально крутого аккаунта с этими обалденными наклеечками, с этими дорогущими скинами, с этими М40 монстрами и так далее. 1 860 000 голдишки! Илон Макс, как тебе такое? Ребята, и вы думаете, что вас уже ничего не удивит? Но у меня для вас есть аккаунт номер 3. Ну что же, ребятки, а на этом аккаунте я не был всего лишь один год. И скажу честно, даже меньше. Это мой заброшенный аккаунт, который я вам ни разу не показывал. У вас просто отлетит челюха от того, что вы увидите на этом аккаунте. Поэтому, ребятки, прожимайте лайк, погнали посмотрим профиль. И последний раз играл на этом аккаунте в 5-м сезоне, у меня был ранг Сильвер 2. Я, конечно, извиняюсь, кто тут Сильвер? Ваша Маша мордой в кашу. Эй, грибу, али бабу. Ну, ребятки, вы поняли. Давайте посмотрим, что у меня по общей статистике. 247 часов. То есть это реально мой запрошенный аккаунт, потому что в нем, ну, довольно-таки небольшой онлайн. О, название клана Перхот. Слушай, ну я смешное название клана принул, да? Ну прям за это лайкусик там можешь прожать. И, ребята, вас всех интересует, что же мне там пишут личные сообщения, что там в клане и так далее. Давайте начнем с клана. Клан Перхот. Я лидер клана, ну естественно. Главная Перхот, главный лидер клана. Все, ребятки, по дефолтику. Я захожу в друзья, и, как видите, у меня даже есть 9 друзей в сети. Обалдеть, а сколько у меня заявок, друзья? Давайте посмотрим. Ничего себе, у меня целых 89 заявок, друзья. Но самое интересное, что есть на этом аккаунте, это инвентарь. Вот тут-то, ребята, челюха слетает сходу. Вы готовы? Потому что, если я не ошибаюсь, это должен быть довольно-таки крутой аккаунт. Ну что же, прямо сейчас я перехожу в инвентарь. 3, 2, 1. Что? Это мой заброшенный аккаунт! Тут есть Harmony! Миллиард голд! Да я сейчас их продам и куплю себе Диглоу Рейд! Вот это имба! Стоп, я на этом аккаунте даже пас покупал! Я думал то, что я на этом аккаунте не был больше года! Что? Вэмспорт В2! Я просто в шоках! Просто представьте! Это все мое! Это мой аккаунт! Обалдеть! Давайте посмотрим, что же здесь еще такое интересненькое. Давайте представим самый низ. Я реально на этом аккаунте, ну, не был, ну, пару месяцев точно. Я думал, прошлый год не был, но потом не был пару месяцев. Обалдеть! Просто прикиньте! Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит АВМ Спорт В2. Он стоит 47К! Тычки Harmony 70К. Обалдеть! Икерголд 80К, то есть у меня тут больше, чем на 200К скинов. А это еще не обычный ММ Спорт 2, тут еще 4 наклейки Дрэгона 250К, плюс сам пас еще 1050, то есть это 300К. Просто шел на аккаунт 300К, залутал на ровном месте. И 6К у меня на балике, 306 косарей. Обалдеть, 306 минус 6, 300 от... Ультрахтариста. Обалдеть, вот это мне фортануло.
сколько тут наклеек аркан! А сколько они стоят? 500 голдишки, имба! Так, ага, это еще нет на рыночке, это Subject X. А вот это сколько стоит? Тоже 500 голдишки. Ничего себе. А вот это сколько стоит? Тоже 500 голдишки. Ничего себе, пацаны. Я богат. Сегодня просто мой день. Ребятки, прожмите лайк, если хотели бы оказаться на моем месте. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Большое спасибо, что посмотрели мое видео. Прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если вы хотите получить вот эти вот наклеечки бесплатно, прямо сейчас переходи ко мне в телеграмчик, ссылочка в описании, и подписывайся. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока-пока!